Тепла до конца этой недели ждать не стоит. Об этом рассказали в Карельском гидрометцентре. Настоящая весна где-то задержалась. До 14 мая погода не изменится. Ночами от минус 1 до минус 6. Днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 6 градусов. Возможен снег. В субботу в Карелию придет циклон, который принесет нам потепление и дожди. Днем по южным районам воздух будет прогреваться до плюс 10. Майское тепло придет только к 20 числу. Пока температура в Карелии на 6-7 градусов ниже нормы.